наверное, видите вот это вот образец техники, который сегодня используется на нашем заводе, и причем используется достаточно активно. Как мы пришли к этому? Ну вот если посмотреть вниз полы, да, это было создано буквально 6-7 лет назад. Для того, чтобы, видите, они гладкие, идеально ровные, это заливной бетон, шлифованный. Производство у нас достаточно стерильное, можно сказать. Это, конечно, не операционное где-нибудь в хирургии, но все-таки это подшипниковый завод, вы понимаете, что такое подшипник и качество, и чистота здесь важны. Логистика непростая. То есть мы обязаны выполнять постоянно безоперационную перевозку продукции, завоз продукции из цеха и вывоз его со склада. Ранее используемые погрузки средства в таких условиях либо почки, либо пол загрязняли бы атмосферу, шум, звук. Вот. Было принято решение попытаться использовать современные ретростеберёры. Начали мы с нескольких единиц, провели испытания. Вы, наверное, в токарном производстве, если были, видели, там самые жесткие условия, мы были опасения там, потому что там достаточно много стружки. Однако прижилось на сегодняшний день, кроме как в цехах, где сборка идет и шлифовка подшипников, они используют практически везде. В других производствах больше 20 единиц оборудования работает. На сегодняшний день уже некоторые единицы отработали по 6 и более лет. Мы проводим плановую замену. Вот в частности, еще одну такую единицу оборудования закупить в ближайшие дни. Ну вот, наверное, вкратце, что мне хотелось сказать. И благодарим, в общем-то, фирму, которая поставляет нам это оборудование. И надеемся на плодотворное сотрудничество с ней. Спасибо.